Ребята, всем привет! В этом видео я с вами поделюсь о немецкой медицине, как такие вот ошибки безалаберные врачей привели к смерти одного человека. Этот человек, я здесь покажу сейчас фотографию, это отец нашего друга. Я вам расскажу в этом видео, что случилось и почему этого человека уже больше нету в живых. Раньше я думала, что в Германии очень хорошая, самая лучшая медицина. Конечно же, есть и хорошая медицина, и хорошие врачи, и нехорошие врачи тоже встречаются, и безалаберные отношения тоже встречаются среди врачей, которые должны помочь человеку, но в это время человек не получает медицинской помощи, потому что просто вот как такое отношение к пациентам встречается не только в России, не только в Болгарии, но и в Германии тоже, ребята. В этом видео я вам расскажу, как такое одно безалаберное отношение отняло жизнь человека, который всю жизнь работал. Почти что 30 лет проработал он в Германии, платил за себя налоги, никогда не находился на никаких помощях государственных, чтобы брать что-то от государства. И когда этому человеку пришлось обратиться за медицинской помощью, так он ее не получил и, соответственно, просто от такого безалаберного отношения врачей он ушел из жизни. Сейчас я покажу, что рассказывает его сын этого человека, потому что это очень больно. Больно, когда ты теряешь близкого человека, нету значения мать, отец, не дай бог, это или кто-то близкий в семье, и при этом ты знаешь, что и кто виноват. Давайте послушаем, что рассказывает сын. Мой отец Фридрих Литау прожил достойную жизнь, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Он работал на двух работах, никогда не сидел на пособиях государства, мало отдыхал, платил все налоги и страховки, был на больничном 2 или 3 раза в жизни. И вот, дожив почти до пенсии, его настигла болезнь, заболела голова и поднялось давление. Боль была столь нетерпима, что этот человек, который терпел всю жизнь, смог вытерпеть 2 дня и, отработав до конца рабочую неделю, не выдержав, пошел в субботу 22 января 2022 года к врачу. Врач, выслушав его, зная о высоком давлении, что это является признаком или инсульта, или инфаркта, направил его к домашнему врачу, не выписав ему даже снижающее давление таблетки, а просто от головной боли. По дороге домой его стошнило. Вытерпев сутки, состояние ухудшилось. Экстренно вызвали скорую помощь. Произошел разрыв аневризмы в головном мозге. Мой отец почти смог выполнить рекомендацию врача – пережить выходные и пойти к домашнему врачу. Затем начались бесконечные смены больниц, в процессе которых он заработал воспаление легких. Никто из врачей не ждал, когда он оправится, придет в себя. Направляли в следующую поликлинику. Каждый желал от него избавиться, как будто с ним не стоит возиться. Он уже отработал и заплатил все налоги, чего с него взять. И вот к маю 2022 года мой отец начал идти на поправку, в большей степени благодаря моей настойчивости с врачами, чтобы от него не отказывались. Но поправиться ему было не суждено снова из-за халатного отношения к простым пациентам. 6 мая 2022 года ему предстоял термин по регулировке катетера в головном мозге, который откачивал ему лишнюю жидкость. Мало того, что о термине в больнице никто не вспомнил, им пришлось напоминать родственникам. Направляющая больница не представила требуемую к осмотру информацию на CD-дисках, в связи с чем мне пришлось вернуть отца в клинику в Пермазенс, а вечером мне позвонили, что его уже отвезли в больницу на термин, где оставили на ночь, потому что врача уже к этому времени не было. Так и не дождавшись врача, минуя персонал, мой отец спокойно вышел из клиники и прямиком направился домой. Никто его не остановил, никто его не заметил, никому он был не нужен. Из последних сил он брел домой. Он вышел из клиники примерно в 10 часов 7 мая 2022 года. Сотрудники клиники спохватились не сразу, и час
сами принимали попытки к его поиску в здании. Через час было сообщено соответствующим службам о пропаже человека. Начались поиски, участвовали огромное количество человек, в том числе служебные собаки, дроны, вертолеты. Но моего отца недооценили. Он почти дошел домой и, потеряв все силы, прилег у ручья. Уснул и не проснулся. Никто и предположить не мог, что изможденный болезнью человек может так далеко уйти. На следующий день его нашли две женщины, фамилия одной из которых Ангел. За ним пришел Ангел. Я желаю всем крепкого здоровья, берегите себя, свое здоровье и здоровье своих близких, иначе безразличие врачей вас погубит. Сами слышали, что человек ушел, вышел из больницы, и никто на него даже не обратил внимания, он ушел, хотел вернуться домой, но по дороге решил прилечь возле ручья и так умер. Конечно же, были поиски. Поиски были, даже кто живет, проживает в Германии, скорее всего, может быть, и слышали, что именно за вот, что искали вертолеты. Есть такая статья, я здесь ее покажу, что включились и такие, как вертолеты искали, и люди, волонтеры искали. Но уже было поздно, когда его нашли, к сожалению, потому что, мне тоже так кажется, если бы оказали медицинскую помощь вовремя, когда поступил этот человек в больницу, они начали его перекидывать с одной больницы в другую больницу, могли бы его и спасти. Наверное, еще зависит, какая у тебя медицинская страховка в Германии, потому что как вот большинство людей пользуются обыкновенной медицинской страховкой, которая, когда ты работаешь, тебе эта медицинская страховка на самое дешевое. И если пользовать, конечно, частную медицинскую страховку, она намного дороже, ну там больше и привилегии, как говорится, и больше на тебя обратят внимание врачи. А когда ты с обыкновенной такой медицинской страховкой, это не гарантия, что ты получишь какую-то помощь. Конечно же, я не могу сказать за всех. Я не могу сказать за всех врачей. Я не могу сказать за всю медицину. Конечно же, есть очень хорошие врачи, есть очень нехорошие врачи, как и везде, которые могут бесплатно оказать медицинскую помощь. А есть такие врачи, когда ты должен получить медицинскую помощь, спешно получить, срочно получить эту помощь, никто не обращает на тебя внимания. Ну вот, к сожалению, такое безразличие врачей встречается, как вы поняли, не только в таких странах, как Болгария, ну и Россия, и Казахстан, и все другие страны. Это безразличие встречается также и в Германии. Поэтому у нашего друга такая большая просьба к вам, к людям, которые находятся, к ребятам, которые проживают в Германии. Если, не дай бог, ваши близкие, ваши родители, не дай бог, попадут в больницу, пожалуйста, помогайте им, стучитесь во все двери, чтобы не было вот этого бесконечного с больницы в больницу, чтобы не перекидывали человека, чтобы оказывали помощь. Для этого есть вы, для этого есть мы, близкие люди, которые должны следить за этим. Они вам могут сказать все хорошо, но в конце концов, вот видите сами, что человек вышел его в таком состоянии, который не получил человек помощь, пошел он. Смотрите, здесь я покажу карту такую, что он прошел в таком состоянии 7 километров. А перед этим, когда его везли в больницу, он не мог и сидеть. Он с трудностью сидел, с трудностью передвигался, но как он дошел, это еще он такой борец, потому что он видел такую несправедливую ситуацию, что когда обращаешься за помощью с таким диагнозом, и у тебя нету помощи, на тебя никто не обращает внимания, и он решил пойти обратно домой. Давайте я вам покажу сейчас, как сын, где нашел его сын, что он рассказывает, что он показывает. Посмотрите видео коротенькие, которые сделал сын. Нашел я это место. Вот тут вентиль, перевязка. И тут он где-то и лежал.
Потому что отсюда вот видно следы, как эти поднимались. И тут люди. Вот видно следы, как люди поднимались, спускались. Но как он сюда добрался, это хрен его знает. Я еле сам тут перешел. Вот этот ручеек начинается, 30 метров. И вот по таким путем, я не думаю, что он прошел вот так вот, по вот этим деревьям. Я тут сам, тут вот, ты буквально 200 метров, и здесь хрен спустишься, хрен подымешься. Как он сюда забрел? Это еще похуже место, чем то, которое мы думали. И вот как он сюда, и почти не пострадавший, не пораненный. Как он сюда мог только забрести? Вот это место. Так же, как и они сказали, за поворот завернули и увидели его. Вот тут они все вручную его туда вытаскивали, и там потом машина. Кошмар. Ну, видите, это, конечно, кажется так себе. Но тут хороших 30 метров вниз. Вот старая как дорожка. И вон там, видно, они дерево перепиливали, чтобы туда добраться. И видно, как шляет шпур. Видимо, надо так это... Как на этой, на тележке вот это вытаскивали. И как он туда забрел, это вопрос. Так что, ребята, видели вы и видео, и фотографии, и знаю, и вот сейчас я покажу здесь. Вот это очень большие, как больницы, клиники в Германии. Но, увы, конечно, я опять говорю, не за все больницы, не за всех врачей, но везде встречаются вот такие врачи. Также и в Болгарии. Я уже много раз рассказывала за Болгарию. Поэтому берегите себя, берегите своих близких, берегите свои семьи. Если, не дай бог, случится что-нибудь... что кто-то должен попасть в больницу, обязательно поддерживайте этого человека. Если надо, бейтесь во все двери, чтобы оказали медицинскую помощь. А кто желает помочь, ребята, финансовую помощь в поддержку семьи Литау, я ссылочку оставлю в описании, вы сможете зайти и посмотреть и помочь. А вам я желаю всем, чтобы никто не болел, никто, ни вы, ни ваши семьи, ни дети, никто. Берегите себя, потому что здоровье – это самое важное, что есть, самое большое богатство. Всем пока, ребята, и до скорой встречи. Пока-пока.